Hello, друзья, и снова всем привет, С вами Ликогнин, продолжаем прохождение игры Until We Die, после того, как мы умрем. Ну что ж, в прошлой серии у нас быстро закончилась смерть Ивана, давайте начнем заново. Новую миссию, новое... Я хорошо помню тут. Это мы уже все знаем, это мы уже все видели. И сейчас мы идем... Куда? Да, мы идем за Анной. Чтобы более-менее... Попробуем другого персонажа. Поехали, Аня. Да, да, настройка игры, все это нормально. Что там? Есть еще бывалый, кошмарный, нормальный. Ух ты, прикольно. Если на рост мутантов или кладки яиц получает урон, то из яиц вылупляются мутанты. На игровой карте меньше грибов в коробок с припасами. Здоровье мутантов и наростов повышено. Стоимость стены палаток увеличена. На карте не будет дополнительных броняк. Нарост появляется на один день раньше, эволюционер быстрее. Расстраивание игрового дает, на одну единицу меньше воды. Ночь короче на 30 секунд, торговец на 30 секунд, дорога на 30 больше времени. Игроки начинают занимать последнюю кухню, за смену привлекает на одного бродягу меньше. Ну окей, это не так страшно. Самое главное, что... Мы попробуем заново, все у нас получится, ничего страшного. Так, зажимаем обучение, мне оно не нужно. Командир, прибываем. Более-менее уже понятно с прошлой серии, что да как, почему, кстати, громко. Какого лишь у меня мужа и все. В прошлой серии все было у нас более-менее все понятно. Оно? Ха-ха-ха-ха-ха. А, прикольно. Оно. Пацаны быстрее. Оно. Хорош, мне пригодится. Давай, 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 вали отсюда. Все, пошли с тобой тогда сюда. Оно. Блин, кстати, а может быть надо кричить Анна, 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 Анна. Типа Анна приказывает, блин, блин. Кстати, дни начинают так. Генератор запущен, можем построить в лагерь. Замечательно, выберите бонус за улучшение генератора. Угу. Агитатор, следующие две поездки, сеть убежь. Нет, давайте агитатор возьмем в этот раз. Ну все, парни, теперь на работу. А, слушай мои приказы. Ну блин, нашли, знаете. Так, мне нужны лопаты. Не построить первые две баррикады, обязательно. И их улучшить обязательно тоже. Хорошо. Давайте, пацаны, ну, хорошо. Давайте, 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 давайте. Сразу же идем в строительство. Нос. И. Хорошо, пока не достроят, если что, мы их нагоним. Окей. А с тобой? Ты же фитнес-тренер, чё ты? Так, вот здесь ты. Уже, кстати, вот, когда второй раз играешь, уже понятно, где, что, чё. Как говорится, есть, это очень даже здорово. Так, побежали, скоро к нам придут этот, монстры, поэтому давайте-ка мы их, этот... Одного я возьму, чтобы быстренько построить... Прикада. Хана. Хорошо. Аше, аше. Да, строит он дольше. Но это не так страшно, чем дома сгущается. Надо укрыться за стенами. Отлично. Так, побежали, пацаны. Аши, аши. Сергей, Платон, давайте, 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 ребятки. Ну, давайте. Время уходит, пацаны. Аши. Аши. С помощью лопаты, да, 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 да. Аша. Так, нажмите кнопку, чтобы переупорядочить. Да, это мы уже помним. Аша. Я вернулся. Вижу, лишние руки тебе не помешают. Могу посмотреть, ты мне еду, я тебе добровольцев и лом. Окей. Ана.
Разгребил лом, что я привел, чтобы я смог отправиться назад на следующей партии. Да понятно. Не, Аша. Игра переходит в режим опасности. Да. Аша. Хана. Такс. Хана. Ладно. Так, пойдем с тобой. Хана. Так, чуть-чуть еды еще надо дополнительно. Аша, Аша, Хана. Я думаю, больше уже не будет. Хана. Аша, Аша, Аша. Если что, да? Хана. Ну, первая, получается, волна такая на себе. Вот здесь надо построить как раз тоже баррикаду, увеличим территорию. Аша, Аша, Аша. Так, вы пока разгребайте, я сбегаю. Аша. Ага. Пошли обратно. О, все там разгребли, отлично. Аша. Поехали, первое. И второй сразу же. Твою мать. Куда ушли? Хана. Пацаны, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Аша, Хана. Ага, один остался. Аша. Тогда собираем. Замечательно. Аша, Аша. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, быстрее, пацантре. Так, все отлично. А я здесь-то сделаю. Да, возле горячих бочек. Возле горячих бочек, товарищ, восстановить здоровье. Да. Хана. Хана. Платон за мной, отлично. Аша, Аша. Давай, 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 там я по-любому... Да, все замечательно, побежали. Так, теперь побежали, улучшаем ту территорию. Стоять. Почему только двое? Пацан Трэ за мной! Давай, 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 давай. Хана. Так, с первой, да. Хана. Ага. И мы с тобой идем. Тигер могут расчистить завалы. Аша. Ага. А мы с тобой идем на строительство. Давайте, давайте, давайте. Быстрее только, ладно? А я пока сбегу этот... Кстати, этот совершенно по-другому теперь стало здесь все выглядеть. Реально, вообще, карт генерирует совершенно другим образом. И причем очень круто. Это очень круто, она стала очень большой, это прям заметно, это факт. А второе, нету. Например, вот здесь были раньше яйца, сейчас их нету. Привез добровольца, забирай, да. Скорее всего, двоих даже. Ага. Так, понимаете, чтобы она восстановила выносливость, ей нужно стоять, да? Да, понятно. То есть она бегать-то бегает, но этот... Такс, отлично. Хана. Так, я думаю, они вдвоем-то останутся, смогут справиться, если что.
Хана. 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 Отлично. Быстрей, 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 быстрей. У стен слева, блин. Аше. Так, стена еще стоит. Это самое главное. Так, подчинили ее, отлично. Аше. Так, смотри, мне нужен инженер. Аше. Давай. Инженер, бойцы поддержки не могут изучать технологию в лаборатории, открывая доступ к улучшениям базы. Инженеры, оставленные возле стен, будут чинить, их. Также инженер умеет строить все виды сооружений стен. Аше. Отлично. Хана. Хорошо. Хана. В комнатах прятаться выживший, да это понятно. Хана. Так, сейчас пацанов оттуда заберу, вон тех. Здесь, я думаю, вряд ли уже кто-то нападет на меня. Да, времени уже, как бы сказать, маловато. Если что, мы прибежим. Аше. Аше. Так, отлично. Все, пошли. Аше, 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 Ана. Не достроили, кстати, чуть-чуть осталось. Сейчас достроим. Хана, Хана. Аше. Давай, давай. Так, день третий уже. Аше, хорошо. Аше. Отлично. Аше, Аше, Аше. Блин, реально ночь увеличивается, тварь такая. Аше, Хана. Хана. А почему 5? Было же 6. В магазин ушел, да-да-да-да. Аше, магазин, Аше, 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 Аше. Чуть-чуть до дома. Сейчас ходим туда, посмотрим, пособираем там ресурсы, если что. Я слежу, пацаны, не переживайте. Если что, пацаны, так сказать, монстры искусят моего свинца. Хана. Эти наросты очень живучие, лучше их рубить лопатами и сжигать. Или сжигать. Хана. Аше. Ну, хорош. Хана. Аше. Так, ладно. Надо дать ему лопату. Отлично, лимит увеличен. А, ну вот. Аше. Все, пока стой здесь, я побежал за лопатой. Хана. Ломайте, ломайте эту хрень, она мешается. Если уничтожить один народ, другие эволюционируют быстрее, рожают дополнительные яйца. Но все равно в любом же случае как-то это как-то идет, типа не то что защита, а зачистка. Привез добровольцев вдоль до желести, забирай в общем. Да, 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 да. Аше. Хана. Хана. Ну реально вот в плане. Никита? А где потав? Где второй? Ушел, что ли? Хана.
Ладно, сейчас мы убежим. Ладно, побежали. Вон там можно поставить еще одну баррикаду, третью. Спокойно. Так, ладно, пока хорошо действовать. Ты работай. Ханна. Стены слева. А, он бросается. Окей. Так, стяните пока что. Блин, у стены справа. Там никого нету, так ведь? Но я так понимаю, они убиваются все равно немножко и об стену. Так ведь? Ханна. Ага. Так, побежали, надо восстановить себе энергию. Точнее, не этот. Ханна. А, да что ж ты будешь делать? А там что? Еще монстры? Нет, еще живы, слава богу, пока что. Технология изучена, дигеры быстрее собирают ресурсы. Я так понимаю, здесь технологии, они идентичны. Ханна. Ханна. Да, получается, технологии здесь идентичные. Поэтому можно этот. Ханна, Аша. Надо попробовать построить третью стенку. Ханна. Угу. Аша. Валим, пацаны! Отхил! Так, Ханна. Аша. Аша, Ханна. Вот удивительно, да? Аша, Ханна, Аша. Аша, Ханна, Ханна. Жалко, что эти пацаны не атакуют вместе со мной. То есть я атакую, они должны тоже атаковать. То есть им нужно давать приказ атаковать. Давай. Здесь третью стенку можно поставить. Отлично. Ну, если расчистить вот эту хрень. Это вот завал, так сказать. Аша. О, бродяга. Аша. Красава. Ханна. 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 Я понял, да? Ладно, я понял. Сейчас на убранство привезут, кстати. Ладно, валим. Как раз надо сейчас, блин, там апгрейды, там надо, чтобы апгрейды делались на стену, мне нужны апгрейды стен. Почему нельзя выбирать апгрейды, а? Это так обидно. Пойдемте. Так, с одного диггера я здесь оставляю. И одного этого обычного. Так, вы двое лопаты берите, да. Аша. А, нету, да? Аша, Ханна.
тут нет понятия, кто лучше? Инженер? Ну, вот в пати. Или все же обычный чел? Например. Было бы прикольно, если можно было бы двух инженеров отправлять. Давайте создадим на всякий случай инженера-то, чё? Аши. Пускай вместе со мной ходит, как говорится. Можешь что-нибудь кидать будет. У стены слева. Слава богу, что я вот здесь как раз. Ага. Самое главное, чтобы они чинили. То есть один чинит, другой защищает. Но стенки нужно улучшить, прям вообще. Чего? Главное чинить. Там пока вроде бы держится, пока и молчат ничего. Давай, давай, быстрее. Можно было бы нескольких, а? Здесь, блин, склад будет скоро. Опять там нападают, а ешки-матрышки. Так надо три стены попробовать. Ну, либо две сильных. Молодцы, молодцы. Кстати, с той стороны я так и не нашел выжившего. А ты не собираешь, да? Технология изучена, может строить более крепкие стены. Превосходно. Отлично. Вот для чего нужны инженеры. Забыл совсем, они же стены строят. Разбирайте пока. И здесь как раз третий будет третья стена, а здесь, скорее всего, поставится эта бочка. Будет круто. Пятый день, хорошо. 35 металла. Ну не металла этих элементов, да? Хорошо, мы ведь справимся. Ну, у нас выбора нет, если честно. О, еще пацанчик. Интересно, а два инженера могут строить? Было бы прикольно. А, мне все равно инженера нет. А вот этот есть. Вперед. Привет, добровольцы, собирай. Где мои пацаны? Вот, улучшенные эти, да? Блин, чуть-чуть осталось. Давайте, давайте, добивайте, ну. Вы сможете. Хорошо. Как я и говорил, там третья стена будет. Отлично. Так, теперь пойдемте в той стороне, построим стену. Ано, аши. Ано. Вова, работать. Пока что все у меня диггеры. В комнатах прячутся выжившие. Ано. У меня 9 из 9, так что мне реально нужно уже подходить вот сюда. То есть мне нужно вот эту штуку разгребать. Да? Или вот эту. Вот, мне нужно вот эту штуку разгребать. Эх, двое только, да? Ладно, разгребайте. Превосходно. Вот, поставилась колючка, колючка. За мной. Аши. Ты за мной. Интересно, я успею построить? Нет, наверное, вот на вот именно на этот день я не успею построить, но на следующий спокойно. Так, превосходно. Везде у меня более-менее двойные стены. Если что, пацаны отступят. Это очень круто, они отступают. То есть с первого раза они не умрут. Это самое главное. Превосходно.
Так, ага. Хана. Тигеров вернули. Хана. Так, ну всех давайте я не буду, да? Хана. Хана. И вот так вот там. Ну, по сути, да, вот со мной нужно, чтобы ходило со мной два диггера и один инженер. Инженера, если что, делают, а диггеры будут копать, сражаться и тому подобное. Как бы сказать, все прям нормально. Вот сюда бы еще одного, кого-нибудь, но это только вот... Надо расширить территорию. Поэтому только после уже... на шестой день я буду расширять территорию, там будем строить. Так-то люди вроде бы есть, но этот... А теперь жди и этот... Смотри... Слева, отлично. Как раз здесь недалеко, и пацан приехал. Так, я за пацаном. У стены справа, да? Ничего страшного, мы бежим. Вез добровольца, худой, но забирай. Да-да-да-да-да. Отлично. А, ну, ехать не хотят, потому что у меня очень много этих, да? Людей. Окей, хорошо, поехали. Сейчас сделаем инженера, отправим к инженерам. Стена слева уничтожена, отступаем, блин. Отступаем, 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 сюда. Да. Такс, поехали. Аша. Инженер один, хорошо. Аша. Сюда один инженер. Отлично. Хана. 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 И нет, а как их убивать-то, блин? Аша. Аша, Аша. Хана. 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 Давай ищи. Хана. Аша. Хана. Блин, я не могу построить здесь стену, потому что у меня здесь стены нет. Поэтому нужно строить здесь. Технология, значит, можешь построить склад. Будет расставлять, будет двое больше лома. Это правильно, хорошо. Аша. Хана. Аша. Молотова ничего нету. Я, кстати, уже сталкивался с тварью в плане, вот, которая стреляла, да? Это была проблема, потому что не знаю, что с ней делать. Долго, пацаны, долго! А, вы сразу установили вторую, что ли? Это хорошо. Они восстановили, вот оно что. Ну это, кстати, хорошо. Хана. Аша. Хана. Хана. Аша. Отлично, отлично, отлично. Хана. Аша. Так, если что, пока здесь останется, да? Хорошо. Три стенки есть с той стороны. Ну, в той. Слева. Теперь нужно справа. И нужно
нужно эти, как сказать, технологии нужно изучать. Полная жопа. На всю лишь 5 единиц еды. Диггеры становятся опытнее каждые 5 прожитых дней. Они сильнее бьют, могут уклониться от удара. Это круто. Вопрос в том, почему это не происходит. Вот что все, в чем все. Серьезно? Ты 5 дней уже прожил? Красава! Пусти на слева замечен мутант. Хана. И там, и там. Аши. Хана. Инженер нужен, блин, инженера нету. Держитесь. Держитесь. А, хорошо. Быстрее, быстрее, быстрее чините. А та-то мне не чинится. Потому что у меня нет инженера. Мне нужен инженер. Бегом за инженером. Аша. Такс. Становишься обычным, Хана. Становишься инженером и бегом. Если я ту не, ну, не починю, то будет очень плохо, быстрее. Хана. Почему, почему? Людей нету. Лабораторию-то использовать. Хана. Ладно, вперед. Аши. Не-не-не-не-не. Валим, пацаны, валим! Аши, аши, ана, ана. Аши, 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 ана. Все. Хана. Ты остаешься, мы пошли. Хана, 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 Хана. Аши. Сосредоточим все силы там. Но для этого, но, блин, вот в чем вся суть. Вот видите, мне не хватает этих очков исследований. Нужно 5, у меня 4 всего лишь. Охренеть. Как их много здесь. Валим отсюда. А, я не успею использовать этот. Здесь я оставлю еще одного диггера. Анна. В прошлый раз, когда у меня, получается, ну, были и диггеры, и все-все-все, и были стены с третьим уровнем защиты, я же все равно, о, Олег, я же все равно не успел. Не смог справиться с наплывом волны. Блин, не хватает. Так, мне нужен инженер, а инженер не скоро еще. Давай, 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 давай! Капец.
Я вам больше скажу, пацаны, вообще все стены выглядят ненадежно. Хана. Хана. Аша, Хана. Здесь можно было поставить бы четвертый уровень стен. Может успеть завалить, а? Восемь. Девять. Десять. Десять ударов на одно уничтожение одной этой. То есть в итоге 20. Вот это колючую проволоку должна. Мы ведь справимся. Ну знаешь, у меня... Крысы бегут. Прикольно. Я даже не замечал такой вещи. Так, я первый встречу их. Представляете? Как обидно, а? Аше. Хана. Аше. Ужасно. Даже сохранение тут, прикиньте. Наверное, каждый день это сохранение. Хана. Аше. Я не могу сюда поставить, потому что у меня стены нету, да? В этом плане. Ну, если в этом плане, то да. Давай. Ух, отбился. Отбился. От рук. Хана. Быстрее, пацаны, пожалуйста. Я понимаю, что долго. Ну, тяжело, но пацаны, надо. Отлично, он появился, хорошо. Хана. Аша. Нет. Аша. Нужна еда и нужен этот инженер. Скоро там нет инженер. Чуть-чуть осталось, хорош. Такс. Вперед. Аше.
Ох, если бы были вот эти вот увеличенные баррикады, да, то я бы, скорее всего, бы более-менее выстоял на двух. Она. А надо продержаться 28 дней, представляете? Я на седьмом такой, как отбился более-менее. Конечно, если сейчас будет намного меньше. Ну, все равно у меня, типа, более уже усиленные эти элементы, все такое, да, как бы сказать. Анна, Анна. Инженер же нужен, да-да-да-да-да. Аши. Так, пойдемте подхилимся, а то пацаны устали. Все, нет? Да, на электрике сегодня. Ну, это хорошо, кстати. Это очень хорошо. Надо что-то здесь построить. Вот в любом случае, что-то это нам не даст. Вперед. Расхерачьте эту штуку, а ты тогда собирай, Николай. Баррикада здесь есть, и вот здесь будет баррикада. Кстати, если что. Аша. Стройте, мы побежали. Ага. Эй. Я побежал за Адам. Еду? Пускай едет, да? Хорошо. Давай. Выберите бонус за расширение границ на 6 стен. О, прикольно. Светошумовые ловушки. У каждой стены стоит светошумовая ловушка. Ловушка срабатывает, когда здоровье стены падает ниже 30% и оглушает на короткое время. Мутанты, атакующие генератор, подрываются на мине. Не. Не-не-не-не-не. Лучше светошумовая. Да лично. Аши. Хана. Это дом, да? Хана. Аши. Аши. Все-таки оставлю я здесь одного. Мы побежим в ту сторону пока что. Сходим. Мне что-то прям как-то это. Два дома надо построить. Видите, здесь никого нету. Но пишут, что сегодня типа в тоннелях тихо, в туннелях тихо. Это хорошо. За это прям вообще спасибо. То есть после волны вот этой вот сильной более-менее все устаканилось. Ну, это приятно. Хана. Мне бы этот, как его, науку, исследование. Ашихана.
Отлично. Она. Сейчас отведем туда. Еще еду заработаем. Все-таки правильно я решил, что нужно расширять это. А, это, ну ладно. Вот в плане выбивания дверей это классно, да, я так понимаю, то есть что-то можно будет найти за дверьми? Дед мне, у меня двери там были. Здесь ничего. Здесь нет ничего. Но вот там были две двери. Может, там, значит, что-то можно найти? Это круто. Давай, 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 Слава, Слав, Славчик, ну, Славенька, Слава, Славушка. Восстановились и побежали. О, инженер. Генератор надо увеличить. В смысле, ты не можешь, что ли? Тогда строй генератор, мать его. Что мне даст второй генератор, я не знаю, но будем рассчитывать, что даст что-то хорошее. Прям вообще, знаете, игрушка такая, она не простая, ни хера. Я думал, она будет какая-то такая простая, хорошенькая, классненькая, типа развитие там или защита поселения. А тут, блин, не защита, тут убийство вообще. Ну давай, Рома, Рома, Ромушка, быстрее. Она. Так, пошли, мне инженер нужен как раз. Аши. И пошли убивать двери. Будет интересно. Цель строй. Там у меня есть, да, ведь диггер? Я бандит, да, если что. Здесь никого. Она. Славка здесь останется, хорошо. Подожди, не здесь же. У меня же там на третий уровень же, вот, у меня же до сюда дошло. Да, у меня здесь вон двое как раз. Отступаем, 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 отступаем. Так. Так, справа там есть, пацаны. Аши. Так, чини, хорошо. Твою дивизию. Ладно, отступайте. Самое главное, отступайте. Я подхожу уже. Я уже подошел, отлично. Почему слева не чинится? Там мутанты? Нет, остановилась, отлично, восстановилась. Это хорошо. Да я знаю, что надо расширяться, я уже расширился, по сути. Так, все. Аши. Вперед. И строим. Помогай ему. Источник топлива? А что это такое, значит, значок какой-то со стрельбой? Это генератор? Такс. Хана. Хана. Да, хорошо, это... Да.
Теперь нужно большое количество этих. Выберите бонус за улучшение генератора. Неудачный подход. Стоимость всех следующих технологий снижена на одну колбу. Стена становится прочнее на 5% за каждую изученную технологию. А сколько у меня технологий всего лишь? Промышленность, инструменты, щиты и зажигательные гранаты и мины производятся на 30% быстрее. При полном складе мастерская выдает лом. Нет. Блин, он еще не стал инженером. Ладно, окей. Иди до Дигера тогда. Инженеры и жители могут прикрыть ближайших в отряде товарищей щитами. Для использования меньших щитов нажмите кнопку Q. Хана. Здесь вот автоматчики будут. Хана. Хана. Аше. Хана. Аше. Подожди, а где инженер-то? А что встал-то? Пошли. Хана. Аше. Аше. Пошли с тобой. За этой дверью вентиляционный шахт. Через нее можно будет отправить сталкеров на поверхность, поискать топливо. Окей. Ну-с. Так, хорошо. Аша, Хана. 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 Аша. Хана. Такс. Аша. Хана. Аша. Вот так вот. Вот так вот более-менее. Топливо нужно. Тут еще и этот нужно. Господи, столько всего нужно. А людей-то нет ни хрена. Аша, аша. А нормально улучшить я тоже не могу. Потому что нету этой. Нету деталей. Хана. Хана. Все, валим отсюда. Все надержится, значит там более-менее все хорошо. Вот уже плохо. Стены слева. Хана. То есть, как интересно, что... Ты вот вроде готовишься, да, но ты не можешь справиться. Улучшенный генератор ему, охренеть, блин. Нам бы просто выжить, пацаны, вы чё? 14 на одну вышку. Отлично, то что лимит увеличен.
Так, ладно, пойдемте тогда. Ну, смотрите, S, войти. О. Хана. Аше, Хана, Хана. Ёмы. Аше. Хана, Хана, Хана. А ты кто такой? Хана. Ты инженер нужен, да? Хана. Аше. Здорово, дура. Чего встали? Портки сушим и вперед. Направь в атаку? Я бы направил, но этот... У меня один диггер всего лишь. Попробовать стоит, конечно. Так-с. Ну-ка вперед. Сейчас бежим за этими, попробуем уничтожить это существо. Попробую только. Я не знаю, получится, не получится. У меня два щита есть, как бы сказать, неплохо. Отлично. Диггеры есть диггеры, ну блин. Да? Все, 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 вперед, 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 вперед. Хана. Такс. Чё там на им дашь? Отлично. Аша, Аша, Хана, Хана. Аша. Ну кто ж знал-то, а? Почему, блин, я не могу ее убить? Я так обидно, короче. Хана. Короче, это ГГ. Это факт. Хана. Аши. Хана. Хана. Вот, типа, что за опасность? А то, что у нее ауешный удар у него. Че это сундук, кстати, с ресурсами? У меня пацанов больше нету. Вот в чем вся суть. Я потерял 5 пацанов, представляете? Просто 5 пацанов. Это были лучшие пацаны. Оказывается, так просто. Хана. Реально, так просто. Хана. Сейчас уже, короче, мы будем заново играть. То есть это опять же не самое лучшее. Потому что я говорю, следующий Майлон меня завалит. Я уверен. Хана. Но убить такое существо, блин, было бы прикольно. А какой-то дом, что-то там. Хана. Что это там за дом? Аша. Аша. Мне уже пофигу на генератор, все-все, я уже понял. Хана. Хана. О, видите, стена справа уничтожена, все такое. Хана. Хана. Скотина. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Олег Огненный. Ну, как вы видите, все очень неприятно. Ну, вот смотрите, вот у меня по поводу, конечно, кушки, да, непонятно, типа, что это. Но нереально получается этот... убивается околье. Здесь пацан. Вот эту штуку нужно обязательно... Ну, блин, вот жалко, что не было большого количества у меня этих. Как его?
господи, этих исследований. Вот исследования, это вы прям вообще тут. А вот. Ну ладно. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Олег Огнин. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.